Внедрение адаптации блокчейн-технологии в отрасли здравоохранения станет акселератором эволюции в долгосрочной перспективе. Технология блокчейн кардинально изменит систему здравоохранения, поставив пациента в центр экосистемы охраны здоровья и повысит безопасность, конфиденциальность и совместимость данных о состоянии здоровья. 31 мая 2018 года проект Patentory Steve Tank Blockchain примет участие в саммите по здравоохранению, который состоится в Атланте, штат Джорджия, в отеле Four Seasons. Встреча на высшем уровне будет организована управляющим директором Махсеном Шафаи, а докладчиком выступит основатель и генеральный директор Криса Макфарлен. Несколько крупных отраслевых экспертов представят и обсудят такие важные темы, как новые трансформационные технологии и потенциал технологии блокчейн в здравоохранении. Напомним, что Patentory Steve Tank – это глобальная некоммерческая блокчейн-организация по здравоохранению, которая надежно хранит и управляет медицинской информацией в режиме реального времени посредством токена PTOY.